Привет, дорогие друзья! Хочу вам рассказать еще об одной краске с натуральным оттенком, светлым. Это Garnier Color Naturals. Натуральный блонд оттенок называется. Стоит недорого, от 100 до 150 рублей. Может, вы даже по скидке найдете дешевле. Дает стойкий результат. Очень простая она в использовании. И хочу вам сказать про оттенок, что делает мне очень много комплиментов. Что это за краска? Какой оттенок? И очень удивляются, что это всего лишь Garnier Color Naturals. Что сюда входит? Вот тюбик с краской, да? Осветлитель. И на один раз вот такой пакетик с бальзамом, который наносится на минуту-две и дает очень приятный запах. Дальше что? Перчатки я отсюда выбрасываю сразу. У меня есть другие, более приятные и облегающие руку. На волосах выглядит так же. Специально я не пользуюсь осветляющими средствами, то есть наношу не после блендерана, но наношу на светлый, все равно на светлый оттенок. На других видео вы видели, какие у меня волосы. Я экспериментирую, но вот эта вот краска. Я, если честно, хотела купить другой оттенок, но не нашла. Это L'Oréal, оттенок розовое золото, по-моему, так называется. Если найду, ну, в Ашане пропала. И в Магнит Косметик, где-то еще искать, и дальше от дома я не стала. И решила опять вернуться вот к этой вот красочке. Она как раз была по скидке. И тем более, раз мне делали много комплиментов, что это за оттенок, что это за краска. Держится на волосах долго. То есть, не смывается. И если у вас есть седые волосы, они не проявятся после первого мытья, скажем так. Ну, что еще вам про нее рассказать? Что... В рекламе, вот которую Татьяна Навка рекламировала, полностью соответствует и запах, и то, что она не течет. Ну вот, наверное, и все. Пока. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Особенно для тех, кто экономит деньги и хочет получить за небольшую стоимость прекрасный результат. До свидания.